наше общее дело. За нашу знаменитость. За тебя, Рита. За вас, Маргарита Сергеевна. Антон договорился. Инвесторы проинвестируют новую картину. Выбирай себе новые роли, какие хочешь. Теперь только мой муж и будет инвестировать в мои роли. Больше некому. А чем за ней так бегает? Такой красавчик с этой старухой. Обязан ей многим. У вас ведь так и нет детей. Это как-то влияет на ваше с мужем? Эта тема закрыта. Я хочу усыновить ребенка. Поделиться теплом, счастьем с тем, у кого его нет. Зачем тебе это нужно, непонятно. У тебя вполне могли бы быть свои дети. Ванечка, иди сюда. Ваня, Иван Антонович, хорошо, правда? Подождите, стойте. Я мама Вани Ерофеева. Вы бросили ребенка в роддоме, вот и забудьте о нем. Раньше надо было думать. Что вы вообще знаете о моей жизни? Я 5 лет была в реабилитационном центре, но я выздоровела. Я больше не пью. Я вас очень прошу, позвольте мне хоть на минутку его увидеть. Я рад бы помочь, но Вани Ерофеева у нас уже нет. Да, улыбаемся. Счастливые. Ближе, лица, ближе. Молодцы. Отдохнем немного. Ты не устал, малыш? Не устал? Ваня! Мама! Мамочка, где ты так долго была? Я так тебя ждал. Ты меня прости. А кто там? Что случилось? Что такое? Что вы делаете? Не оставляй меня. Я тебя заберу, слышишь меня? Я люблю тебя. Она хотела похитить моего ребенка. Она же его мать. Просто она хотела вернуть сына. Боже мой. Ты что? Ваня, прекрати. Ну, возьми себе любого другого. Ну, тебе-то что? Я мать этого ребенка. Пошел вон отсюда. Знаешь, даже если у меня не будет ни одного шанса, я все равно буду бороться.